воротах. Клеман Лангле в защите сыграет с Хуаном Хесусом. Бен Едер с первых минут играет с Маркесом в центре полузащиты. И какой удар! Транзитом через перекладину мяч влетает все-таки в сетку. Это вердикт системы определения гола. Очень сложный момент для судей, но технологии не оставляют места для споров. Гол был, и он...